Доброго времени суток! Сегодня мы расскажем притчу о том, что даже разумный совет полезен только тому, кто способен его выполнить. Эта притча называется «Совет». Один крестьянин увидел молодого человека, который торопливо шел по берегу реки. «Куда ты спешишь?» – спросил крестьянин. «Мне срочно нужно на тот берег, а мост через реку далеко, вот я и спешу», – ответил молодой человек. «Мне тоже нужно на тот берег», – сказал крестьянин. «Но зачем же бежать к мосту? Он и в самом деле очень далеко. Течение здесь спокойное. Переплывем через реку». «Но я не умею плавать», – ответил молодой человек. «Невелика премудрость. Одежду держи в одной руке над водой, другой рукой греби и плыви за мной», – посоветовал крестьянин. Он разделся, связал одежду в узел, вошел в воду и поплыл. Молодой человек сделал то же самое, но так как плавать не умел, то, не добравшись и до середины реки, пошел ко дну. А крестьянин доплыл до берега, вышел из воды и, увидев, что молодой человек исчез, сказал: «Да, мой совет, видимо, оказался не на пользу. И зачем он меня послушался? Наверное, ему было лучше идти к мосту, хотя он и далеко». Подписывайтесь на канал, и каждый день вы будете получать крупицу мудрости всех времен и народов.